Между нами тает лед. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Теле твоя вода. Давай быстрее, она пукнула. Hello или всем привет. Заранее ставьте лайк, это мой совет. Hey. С вами Ариша Даша из одного роддома. Смотри все до конца, чувствуй себя как дома. Hey. Ня-ня-ня. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые учить. Нет, сегодня мы будем учиться музыке. Да. Всем привет! Сегодня будет видео о том, что нас всех объединяет. В нашей семье. Это музыка. Музыку любят все. То есть, даже если вы не занимаетесь музыкой, вы ее все равно слушаете. Потому что музыка стала доступной. Не с потребительской, как бы, стороны, а создавать ее. Создавать собственными руками. И сегодня мы этим займемся. Да! И мы докажем вам, что это... Очень легко. Да. Благодаря этому инструменту, который лежит у нас на подставке. Новый инструмент от Casio, который создали специально для тех, кто хочет познать музыку изнутри. Для этого вам не надо будет знать нотную грамоту. Сегодня у нас распаковка. Casio LK-135. Погнали! Особенность этого аппарата не только в том, чтобы создавать крутые треки, на самом деле это очень классная особенность, но вы еще сможете изучать новые музыкальные произведения благодаря функции световых клавиш. Вау! Ребятки! В этом инструменте 120 тембров, 70 стилей и самое главное, режим танцевальная музыка, да. Это режим, где вы сами можете создавать музыку, то есть там есть определенные на каждой клавише лупы и эффектики на эти лупы. Ну, Даша, что такое? Будь здорова. И здесь, кстати, все подписано, поэтому запутаться нельзя. Воу! Все, все произведения. Главное, вот смотрите, сонгбанк очень большой. Это воспитывает в детях и в людях любовь к классике. И что мы сейчас будем делать? Создавать треки! Включаем. Он работает от провода, ребят. Нужно подключить провод. Где провод? Итак, друзья, сейчас начнется настоящая магия. It's a kind of magic. Я предлагаю прямо сейчас попробовать все режимы, которые здесь есть. Испробуем самый первый и самый простой режим в этом синтезаторе, только для этого нужно... Классический. Опять. И... Итак, следующий режим. Это режим обучения. Хабанера from Carmen. Давай, хабанера. Подсвечивая ее, а вам нужно всего лишь нажимать и запоминать.
В общем, вы можете стать гениальными музыкантами и гениальными пианистами вместе с этим инструментом. Да. Блин, я вообще не жалею, что он у нас появился. Итак, теперь переходим к следующему режиму. Это разные инструменты, барабаны. И вообще все, что угодно. Мелодии, да. Тон. 0.30. Гитару? Да. О, это же этот контрабас. Ребята, вы можете создавать целый симфонический оркестр. Также у вас будут целый набор разных перкуссий, разные ударные. Колобок повесился. Что? Интригующий dance music, синтезатор, который этим славится, этим режимом. Именно этот синтезатор, именно эта модель, новая от Casio, шокировала вот этим режимом. Барабанная дробь. Режим. Dance music. Мы про него так много смотрели и так уже скорее хотели его попробовать. Здесь есть три стиля музыки: EDM, то есть Electronic Dance Music, House и Hip-Hop. А также на клавишах тут вот этот вот отдел, он полностью отвечает за Dance Music. Да. Тут есть режимы эффектов. Черные клавиши отвечают за развитие или концовку. Зацикливание. Зацикливание или повышение тональности. А здесь можно просто мелодию. Три варианта бас, гитары. Три варианта барабана. Барабанов. Звучки. И разных синтезаторов целых 6. Да. Можно, да, всяко-разно экспериментировать, и давайте уже скорее. Очень хочется надеть такие маленькие очки. Обожаю этот эффект. Арина, ты прям уже профи. Диджей in the house. А давайте реально попробуем следующий. У Арианы Гранде был такой. Да. Давай темп сбавим немножечко. That you wanna taste it, bon bon. That you wanna taste it. Class. I know what you want, want. I need a one dance. Got the seed in my hand. One more time, there I go. I'm over the wall. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Не осталось оправданий, мы расстались друзьями. Я просто хочу приехать и быть рядом, но я кудрявый. Блин, пожалуйста, можно мы будем каждый день снимать видео про синтезатор? Да. Так круто. This is the power, and I say I don't want it, 'cause I knew that I will before. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Класс. Ну, в общем, вы сами видите, что можно подобрать вообще все, что вы хотите. Мы вдохновляемся, и при том, что как бы вы узнаете потом тот факт, что все песни построены на одних битах и на трех аккордах просто. Ребят, это настолько круто, что вы даже можете закрытыми глазами буквально головой по клавиатуре сделать крутой трек. Такой, типа...
новый трек такой. Я слышу это. Это же новый код. Новый хит. Я криво сделала дефект. Не пью дышать фиолетовая вода. Это просто что-то с чем-то. Блин, если бы в моем детстве такое было, я тебе, бы... Если показала тебе, ты просто... Да. А, кстати, у Дашки были фотки в детстве, где она сидит в наушниках и играет на синтезаторе. Она очень любила это дело, и я тоже очень люблю. Это high technology, будущее, фьюча. Ну, надоело. Типа, не занимайтесь фигней, ребят. Творите музыку. Гаммы. Бац, запилил свой трек. Бац, запустил свой альбом. Да, я думаю, это все. Мы сейчас закончим это видео и будем снова развлекаться. Да. А вы подписывайтесь на наши инстаграмчики, ставьте лайк, потому что это видео достойно лайка. Ты мне сейчас проколешь своим острым локтем мою ногу. Все, спасибо вам большое. Всем пока. Мы вас очень любим. Спасибо за 700 тысяч. Да. Мои пуськи. Давай быстрее, она пукнула. Давай. Подмышки ее прям ротом. Лися.